То есть вот мы с тобой, давай, смотри, давай сначала базовую ситуацию, да? Встал фронтально. То есть ты делаешь отклон, уклон, да, мы с тобой делали? Да, вот, опять, наклоняйся. Исходное положение. Отклон, уклон, да? Встал. Отклон, уклон, да, не жди мои удары, колени расслабь, прошу. Сразу тан-тан. Мы наклоняемся больше. Еще раз. Да, да, да. А теперь с ногами это сделаем. То есть твой отклон. Раз. И куда уклон пойдет? Правильно. Да. Сразу падаешь. Потому что сюда. Нет, можно и сюда там. Наоборот, даже, кстати. Правильно, сюда не получится, сюда неудобно. Эта нога должна подойти. Если на одном шаге. Тогда вторая нога нужна. То есть вот сюда нужно. Смотри, если с ногами, то. Если эта нога пошла и будет толчковая, тогда вот это. А если эта нога пошла, и ты хочешь второго движения не делать ногами, то есть вот. Это более амплитудное, видишь, движение получится. Но более долго. Вот сделаем теперь с ногами, но только на одной ногу. То есть ты на нее падаешь, ей уже должен толкнуть. То есть вот. Да, только падаешь плечами. Во. Ну, другой ногой. Не важно, какой рукой я бью. Просто то левой, то правой ногой сделаю. Во. И сюда. Вот не вернись обратно на линию, не возвращайся. Да, да, да. Ищ. Вот ты, смотри, сделал такой движение, смотри. Раз, да? Ей же толкаешься. Раз. И еще сюда, прям плечами. Чтобы уйти. Давай. Вот, видишь, не посмотри, вот ты ушел сюда, да? Обратно не делай. То есть, раз, два, и еще туда. Как бы чуть поглубже нога пойдет. Во-во-во-во. Да, да, вообще не возвращайся. А теперь два шага, то есть двумя ногами делаешь. Два движения. Раз, два, три. Как бы заманиваешь больше противника на себя. Знаешь, то есть я там уже бью, там, два, три удара бью. И неважно, с какой руки я бью, понимаешь, вот, то есть у тебя есть дистанция дальняя, с которой ты противника не подпускаешь, то есть держишь как бы на дальней дистанции, да, правильно? Даже можешь стать не фронтально, то есть боевую стойку, вот, у тебя есть вот ноги, со стоящих ног тяжело будет сделать. Ну, давай мы фронтально сначала попробуем, чтобы ты немножко ногами понял. Подними руки, все. Вот, молодец. Видишь? Ушел ногой, но не сделал корпусом. То есть, оп. И очень важно, что у тебя подбородок здесь остался. Будешь падать. То есть у тебя плечи остаются на носке. Ноги работают. Да, 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 да. Вот, вот, как бы замаяешь. Оп, от себя и перебирать. То есть такая, раз, два, три. Вот тут ускорение у тебя происходит. Вот, ногами, ногами ускорение. Как отклон прям. Отклон, делай отклон, делай отклон. Вот, вот, проходи. Еще раз медленно попробуй ногами. Пошел. Ну, на носок. Вот, толкнуться этой ногой надо, толкнуться. Толкнуться, когда ты ей поможешь, смотри. Когда ты раз, два, и помогай, корпусом падай. Вот как ты здесь, ты раз, и сюда делал. Да, да, да. Это расширить, смотри. Вот ты сейчас момент какой сделал. Ты сделал вот это движение. Раз. И вместо того, чтобы пойти вот это вперед движение, ты вот тут скрутился. Тебя туда понесло. То есть. Раз, два, и вперед прям. По диагонали уходишь. Раз, два. Не поднимайся, не поднимайся. Прямо отсюда наклоны. Падай корпусом, спиной прям. А где отклон? Отклон больше, еще больше. Еще раз, отклон больше. Да, да. Боевая стойка. Во-во-во. Ах, видишь, пауза маленькая была. Раз, ногу подбирает. Да-да. Побыстрее. Во. Молодец. Удобнее стало? А?
То есть момент какой? Основной здесь у тебя совмещается два сложных действия, да? Если пойдешь только ногой или начнешь ногой шагать, корпус останется. То есть ты делаешь отклон под шагом, не шаг. И вот тут пошло ускорение. И очень важно, что ты вот сюда не возвращался. Оп, еще сюда. Какое имеет место продолжение это быть, да? Какие варианты? Например, давай, вот ты сейчас на меня в движение атакующий. Что я сделал? Удар во встречу, правильно? А мог не ударить. Ушел сюда. Подрабатываю, правильно? Еще раз. Здесь. То есть вариантов, в принципе, миллион. Но очень важный момент какой. Вот еще раз повернись. Пошел. Обратно сюда не возвращаться. Вы столько усилий приложили, использовать улучшение этого положения. Ударил ли ты? Либо ты потом встал с ударом здесь. Ну, конечно же, что значит? Отклон. Падение. Вот то, что в самом начале мы с Рашидом делали. Раз, два. Раз ты отклонился, все равно на пятый. Вот амплитуда, на которую ты работаешь, это вот в данном случае что? Ширина твоей стопы, правильно? Встал ты шире немножко. То же самое, вот ты до пятки можешь отклониться. Правильно? Но раз ты отклонился, ты шагать не можешь. Правильно? И нога у тебя не шагает, как и в первом случае, в первичном. У тебя при движении отклоне назад нога ставится под твою массу. А вот теперь эта нога шагает. Но корпус начинает наклоняться, толкаться, и эта нога под твою массу падает, ставится. Понятно? То есть вот это вот работа корпусом, отклон-наклон. Здесь очень важно. Доходчиво? Да. Все, молодец. И опять-таки все вокруг вот этой группировки. Будет так стоять, уже ничего не может делать. Какая такая вот, раз, два, три пошел. Такая динамика движения. За смещением корпуса с ногами. Ну, видите, что первично, да? Шагать, голова остается. Начинаю падать корпусом с уклоном, сокращая дистанцию. Отклон, наклон. То есть вот ваш шарнирчик. И опять вокруг этой группировки все.